Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Дамокл, придворный фаворит Дионисия I, тиран из Сиракуз, по свидетельству Цицерона, Дионисий посадил его за праздничный пир в качестве правителя на один день и подвесил над его головой обнаженный меч на конском волосе, как символ того, что жизнь тиранов разменивается на их безопасность. Словосочетание «Дамоклов меч» стало нарицательным. Википедия пишет, что «Дамоклов меч» по греческому преданию сиракузский тиран Дионисий Старший, конец V века до нашей эры, предложил своему фавориту Дамоклу, считавшему Дионисия счастливейшим из смертных, занять его престол на один день. По приказу тирана того роскошно одели, умастили душистым маслом, посадили на него правителя. Все вокруг светились, исполняя каждое его слово. В разгар веселья на пиру Дамокл внезапно увидел над головой меч без ножен, висевший на конском волосе, и понял призрачность благополучия. Так Дионисий, ставший под конец жизни болезненно подозрительным, показал ему, что тиран всегда живет на волоске от гибели. В переносном смысле нависшая над кем-либо постоянная угроза при видимом благополучии. Об этой истории упоминает Гораций в своих одах. Кто чует меч над шеей преступную, тому не в радость явство Сицилии. Вот так вкратце о Дамокле. Словосочетание «Дамоклов меч» стало нарицательным. Пока-пока, до свидания.